Всем привет! На связи Данил и Марго. Мы авторы программы «Заработок на маркетинге», регистрация в которой начнется уже совсем скоро. Не пропустите этот момент. 1 июля вы сможете попасть в число участников, которые будут во втором потоке. А тем временем мы продолжаем подготовительные видео нашего мини-курса. Мы хотим сказать вам огромное спасибо за обратную связь, потому что мы получили столько историй и комментариев. Это безумно приятно. И если вы еще не посмотрели предыдущие видео, то я советую вам поторопиться, потому что уже 1 июля, в тот момент, когда мы откроем регистрацию на основную программу, 3 видео будут закрыты из общего доступа. В первом видео мы с вами разобрали, что такое интернет-маркетинг, какие в нем есть профессии и сколько можно зарабатывать и какие модели заработка существуют. Во втором видео мы разобрали пошаговый план действий, который нужно совершить, чтобы выйти на первую 1000-2 долларов. Сейчас давайте немного повизуализируем. Я хочу, чтобы вы представили, что у вас все получилось. Вы круто освоили один из навыков или даже не один. Сделали несколько успешных кейсов. Вы научились выстраивать структуру проекта. У вас все разложено по полочкам. Вы уверены в своих силах и точно знаете, что можете привести клиентов практически в любой бизнес. Представьте, что вы приходите в дорогой ресторан на встречу с клиентом. Садитесь, делайте разбор его бизнеса по той схеме, которую вы уже узнали из предыдущего урока. Уже через 10 минут... А может, и раньше слышите эту заветную фразу, что он хочет с вами работать. Вам не надо никого уговаривать, не надо закрывать возражения. Клиент сам хочет с вами взаимодействовать, потому что он сразу понимает, что вы именно тот, кто нужен его бизнесу. Вы ему диктуете расчетный счет. Через пару дней берете билеты в другую страну, на Бали, в Тай, туда, где есть высокоскоростной интернет, и ведете месяц проект дистанционно, потому что вся ваша команда находится в разных точках страны. В Питере, в Москве, в Новосибирске, а может, даже и мира. Самое интересное, что с большей частью из них вы можете даже ни разу не видеться вживую, потому что в этом нет никакой необходимости. Все ваши дела вы ведете онлайн и зарабатываете онлайн. Круто? Представили эту картину? Возможно, я немного гипертрофировал, но суть вы поняли. Для кого-то из вас это может показаться какой-то невозможной сказкой. Но я хочу вам точно сказать, что это реально. Это новый мир, который уже изменился, и то будущее, которое наступило. Я хочу, чтобы вы помнили об этом и всегда перед глазами держали свою большую цель, потому что будет ли у вас картина, которую вы себе представили или нет, полностью зависит от вас. Для того, чтобы достигать высоких целей, вам нужны клиенты. Хорошие, адекватные клиенты, которые платят хорошие деньги и не выносят голову. В этом видео мы расскажем вам, как и где найти этих клиентов, перечислим основные способы и расскажем про воронку продаж для маркетолога, которая подойдет вообще всем, кто продает свои какие-то услуги. Вы узнаете, как закрывать клиентов через вклад и пользу, чтобы они сами давали вам деньги. Вы узнаете пошаговый алгоритм, как сделать так, чтобы клиент был от вас в восторге. Как делают начинающие маркетологи? Они спамят в чаты, бегают по бизнес-мероприятиям и агрессивно впаривают. Лендосы, лендосы, недорого. Совершенно не думая о клиенте, думая только о том, как урвать со всех денег, набрать обязательств, а потом уехать скрываться на мексиканскую границу. Признаюсь, я тоже поначалу ходил по бизнес-мероприятиям с целью продать свои услуги. Это было нелепо, страшно, но самое интересное, что иногда даже получалось. Только ощущение кайфа от того, что я делаю, я вообще не испытывал. Приходя домой, я чувствовал себя так, что я залез в карман клиенту и забрал чужие деньги. Все, чего я хотел, чтобы мне никогда не надо было делать холодные звонки, силой впихивать свои услуги, сталкиваться со скепсисом клиента. Однажды мы с моим другом Мишей за 2 месяца заработали 2 миллиона прибыли компаниям, которым помогали бесплатно. Нам такое задание дали наши учителя. И нам нужно было с помощью своих навыков в маркетинге сделать так, чтобы клиенты заработали реальные деньги. В итоге нас это привело к тому, что люди... Предприниматели стали нас звать в рестораны, на закрытые тусовки, нас стали звать кататься на Феррари. То есть моя жизнь изменилась, и ваша тоже изменится, если вы просто будете применять то, что узнали, и то, что узнаете по ходу этого марафона и закрытой программы. Мы просто перестали быть навязчивыми и больше не продавали в лоб. Что мы делали? Мы хорошо разбирались в сайтах, в трафике, у нас уже были какие-то навыки, и мы начали давать ценность, внедряя клиентам то, что было необходимо в их бизнесе. То есть мы фокусировались не на том, как нам сейчас заработать какие-то первые деньжата, а на результате, который можем дать. То есть мы делали разборы, аудиты, консультировали бесплатно, делали какие-то тестовые рекламные кампании, и все это привело к такому результату. Почему стоит такой разброс цен на специалистов по маркетингу? Есть маркетологи за 30, а есть за 300. Запомните, люди платят вам за конечный продукт, а не за время, которое вы потратили, и не усилия, которые приложили. Есть уровень 1. Это позиционирование через время.
3 дня моего времени стоят столько-то. Это самый слабый оффер. Есть уровень 2. Это позиционирование через продукт. Например, сайт и таргетированная реклама стоит 50 тысяч рублей. Так делают все, это нормально, но по факту людям без разницы. Им толком не нужен ни сайт, ни реклама. Им нужны заказы. И есть уровень 3. Это позиционирование через конечный результат. Например, вывести человека на 10 заявок для бизнеса в день за 3 недели, что стоит 200 тысяч рублей. Это называется говорить на языке пользы. Комплексная работа, решение проблемы под ключ и достижение конкретной цели – это стоит больше денег. Всем до лампочки, сколько сил и времени вы на это потратили. Несколько примеров формулировок третьего уровня. Например, напишу и оформлю 10 постов для социальных сетей на месяц вперед. Или доведу до 20 заявок с Инстаграм в день за месяц. Сделаю и оформлю фото и видеоконтент для 2 готовых видео-выпусков на YouTube. Подниму продажи на 20% за неделю. Разработаю и сделаю дизайн всех соцсетей и сайта за 14 дней. Если вы готовы брать на себя больше ответственности, вы зарабатываете больше. Компаниям и предпринимателям не хватает людей, кто может прийти и взять на себя целую задачу и довести ее до конца. Есть огромный спрос, потому что все новые и существующие проекты нужно вести со стороны маркетинга, дизайна, Инстаграма. А современных специалистов просто можно посчитать по пальцам. Поэтому будьте уверены, что своих клиентов при твердых знаниях вы точно найдете. Есть 4 вида заказчиков. Первый – это неадекваты, которые и парят голову, и мало платят. Они всегда хотят тройную гарантию. Платят 3000 рублей в 5 частей по договору, а потом просят переделать красный цвет на сайте на бордовый. Таких клиентов вы будете как раз притягивать дешевым позиционированием и подачей в формате «Land плюс Target» за десяточку. Второй тип клиентов – это адекватные, но у которых нет денег. Это милейшие создания, как правило, девушки, которые за жизнь накопили 15 тысяч рублей на открытие бизнеса связанными изделиями на дому, которым срочно нужен маркетинг, нужна маркетинг-стратегия под ключ. Они открыты, они вас ценят, они хотят работать, но без бюджета на рекламу и развитие. Таких вы будете привлекать, если не проработаете свою экспертность и будете таким себе мальчиком-лендингистом. Он славный, хороший, он умеет сделать сайт на конструкторе, но не умеет продавать себя и ставить нормальную цену. Поэтому работает с 18 проектами в месяц, по 2000 рублей с каждого и спит 4 часа в неделю. Третий тип клиентов – это неадекватные, но много платят. Это, как правило, динозавры, у которых есть свой заводик по производству мебели. Он ездит на тонированной Бэхе 2009 года. Он говорит: брат, сделай красиво, вот бабки не проблема. На первый взгляд, идеальный заказчик, с которого можно поиметь нормально денег. Но есть одно «но». Такие ребята часто не отличают, что такое клик и что такое заявка. Они не знают, что такое сайт, и думают, что лендинг и Яндекс.Директ – это одно и то же. Они не хотят погружаться, и поэтому часто имеют просто неадекватный запрос. Через час после запуска рекламы, когда ушли кровные 430 рублей, они в панике звонят и орут вам в трубку с вопросом: «Где клиенты?». Им со стороны казалось, что интернет – это волшебная таблетка, а вы маг, который сейчас там что-то поднастроит, и полетят заказы. Такие клиенты вам же выйдут дороже, потому что неприятно быть виноватым перед Аркадием Егоровичем, которому 54 года, у него в багажнике ствол, и вы привлекаете таких людей красочными обещаниями и позиционированием в формате «я могу все, хоть звезду с неба». Есть такие маркетологи, ребята, которые думают, что пыль в глаза, пару умных слов на встрече и дело в шляпе. Это не так, потому что вам-то заплатят, но с неадекватными ожиданиями. И есть четвертый тип клиентов – это адекватные и которые много платят. Эти люди ценят команду, они вежливо общаются, они хорошо понимают, что маркетинг – это далеко не волшебная таблетка, что могут быть идеи, которые не зайдут, они готовы вместе работать над проектом и понимают, чего хотят. Они базово сами разбираются, но при этом знают, что лучше вас они не сделают. Такие предприниматели, такие заказчики готовы платить вперед и не боятся первый месяц открутиться в ноль или в минус, потому что потом будут работать в плюс. Таких не заполучить через спам в чатах или рассылку с предложением о выгодном сотрудничестве и вопросом «а не хотите ли?». Взрослые, платежеспособные и адекватные заказы можно найти только через пользу и твердую, уверенную подачу себя. Если максимально все упростить, то путь к адекватному первому клиенту будет выглядеть так. Первым шагом вы освоили один из навыков в маркетинге. Это таргет, сайты, контекстная реклама и так дальше. Вы сделали первые 1-2 кейса за бартер или на максимально лояльных условиях, чтобы наработать опыт.
Дальше вы делаете презентацию о себе по нашей технологии, где показываете примеры работ и компетенцию. Вы разбираете, как достигли результата в предыдущих проектах. И проводите бесплатные консультации, давая клиентам пользу через аудит его бизнеса, советы, как улучшить и стать круче. Как делать такие коммерческие предложения, аудиты, консультации, мы разбираем на нашей закрытой программе «Заработок на маркетинге». Там об этом целый блок. Вот после таких разборов, бесплатных консультаций, вы презентуете свое коммерческое предложение и делаете карту того, как и что улучшить человеку, что ему внедрить, и показываете, как работаете вы. Причем в конце встречи клиент просто сам просит вас поработать над его бизнесом. Согласитесь, это куда лучше, чем купите сайт недорого или спам с предложением о сотрудничестве по разным бизнес-чатам. Хочу сказать, что это относится не только к услугам по маркетингу. Если вы ведете бизнес в сфере услуг, вы занимаетесь дизайном, фото, видео, SMM, Инстаграмом, да хоть логистикой. К вам тоже это относится. Когда вы хотите найти сильных партнеров, клиентов, завести окружение, заходить через яркую продажу себя, вот смотрите, какой я молодец, это неадекватно. Гораздо важнее думать об той пользе для человека, с которым вы хотите выстроить отношения. Вот сами подумайте, насколько сильнее будет ваша связь с возможным будущим партнером, если вы не будете кичиться своими двумя успешными проектами, а послушаете, какие у него цели, и как-то постараетесь помочь. Я сейчас это рассказываю, и просто вот мурашки по телу, потому что из-за непонимания этого год жизни и работы в своем закрытом неадекватном мышлении я потерял. Надеюсь, вы услышали то, что я старался донести. Возьмете это за основу. Теперь, когда мы разобрали технологии общения с людьми и клиентами, надо разобраться, где их искать. Способы, как находить клиентов. Первый вариант и самый простой – это знакомые и знакомые знакомых. Посмотрите вокруг. Ваши родители, дяди, тети, друзья, друзья друзей, знакомые знакомых, друзья родителей. Все чем-то занимаются, всем нужны клиенты, помощь с инстой, с дизайном, с упаковкой, с сайтом, с рекламой. Пообщайтесь. Встретьтесь, подумайте, как вы можете сделать их лучше, принести им заказы. Так сделал один из моих учеников, его зовут Тимур Тагиров. Он обучился таргету и упаковке у нас на нашей программе, пошел к своему дяде, который обучает стоматологов повышать свою компетенцию, и сказал: «Дядь, давай сделаем тебе продажи в твою школу имплантологов, я возьму на себя всю сторону маркетинга и рекламы, а ты будешь вести курс». Они собрали вместе 22 ученика с чеком 100 тысяч рублей и вместе заработали 2 миллиона, благодаря тому, что Тимур просто вспомнил: «У меня есть дядя, у меня есть навыки, почему бы это не объединить?». Чуть-чуть креатива, правильное видение ситуации и знания в маркетинге помогли Тимуру заработать 200 тысяч рублей, потому что он как раз договорился о том, что если выведет проект в плюс, то получит 10% от прибыли. Всем хорошо и все довольны. Второй способ – это тематические чаты. Есть много бизнес-сообществ, чатов блогеров, предпринимателей, где регулярно люди ищут себе исполнителей, помощников, маркетологов, партнеров, друзей. Я рекомендую вам начать ходить на бизнес-мероприятия в вашем городе, знакомиться, потому что у них всегда есть свои чаты. Общайтесь там и будьте заметны через пользу. Как раз третий способ – это бизнес-мероприятия и тренинги. Не идите туда с целью продавать, это вам все сломает. Ваша задача – это установить контакты, понять запросы людей, с которыми вы общаетесь, и назначить дальнейшую встречу. Знакомьтесь, назначайте дальнейшие встречи, помогайте людям, и сами того не заметите, как вам начнут писать, звонить и звать свои проекты. Четвертый способ – это начать вести свой блог. Вам очень сильно поможет своя лояльная аудитория. Начните писать посты в Инстаграме о своих проектах, работе, показывать свои достижения. Делитесь пользой в той теме, в которой вы ищете клиентов, иногда делая специальные предложения для них. Люди приходят на контент, а уходят с вашим продуктом. Пятый способ найти клиентов на свои услуги – это упаковать себя и запустить рекламу. После первых 4-5 модулей нашего основного курса вы создадите простой, лаконичный сайт о себе, о своих услугах, и уже на него запустите рекламу в Инстаграм и Фейсбук. Главное правило – не продавайте в лоб по формату «услуга стоит 30 тысяч», заказывайте, покупайте и погнали. Так не работает. Упакуйте сильные смыслы о себе, продайте экспертность, предложите получить первые шаги бесплатно, скачать что-то полезное, посмотреть примеры работ. Этот метод идеально подходит и для товарного бизнеса, когда у вас есть один понятный продукт стоимостью, например, 10 тысяч рублей. Вы делаете одностраничный сайт, настраиваете таргет и со временем за 1-2 недели выходите на 10-15 заявок в день. Если у вас получается привлекать клиента за 1000 рублей, себестоимость продукта 5000,
что 4 – это ваш чистый заработок с каждой продажи. Выйдите на 5 продаж в день с чистым доходом 4000 с каждой, и в день это будет 20 тысяч рублей, что равно 600 тысячам рублей в месяц. Круто? И финальный способ, о котором нельзя забывать, это обучиться у нас и пробиться к нам в команду, брать заказы наших друзей, блогеров или стать нашим партнером. Мы недавно поняли, что хотим собрать целое маркетинг-агентство из лучших учеников. Этому welcome, мы вас ждем в тусовке. Также в закрытый чат основной программы мы будем регулярно публиковать объявления и вакансии в компаниях наших друзей. А сейчас давайте посмотрим, что говорят выпускники первого потока и какие у них результаты. Всем привет, меня зовут Варя, я ученица первого потока курса «Заработок на маркетинге». В течение курса я работала над 3 проектами. На первых 2 проектах это пила материалы и детские праздники я отрабатывала сайты. На примере еще одного проекта я отрабатывала умение настраивать таргетированную рекламу. За время курса я научилась делать сайты, я стала увереннее ориентироваться в рекламном кабинете Фейсбука, научилась делать очень крутые рекламные креативы. Также у меня появилось понимание, как продавать свои услуги, я подчеркнула некоторые фишечки по ведению проектов и по ведению своего личного Инстаграма. Но самое крутое, как по мне, это когда у тебя прокачивается энергетика и мышление, потому что многие из нас часто недооценивают себя и думают, что это вот у других будет получаться, а у меня вот нет. В начале курса мы все ставили цели, я помню, как я дрожащей рукой вот это вот прописывала, типа, ну там 50 тысяч в месяц было бы здорово. Вот. Я не особо верила в достижение этой цели, я не понимала, как я ее достигну, но я ее просто поставила и по итогу заработала 80. Я окончательно поверила в то, что все цели, которые вы перед собой ставите, они более чем достижимы. И по итогу сейчас я развиваюсь в сфере SMM, и мы с другом строим свою команду. Те, кто сейчас только собирается на программу, я советую внимательно вникать в материал. Если вы его внимательно изучите, вы получите ответы на все свои вопросы, потому что информации там более чем достаточно. И не нужно расстраиваться, если вы вдруг, ну, не сразу станете звездой лендингов и таргетированной рекламы. Тем, кто идет в VIP-группу, я советую не упустить возможности на офлайн-встрече познакомиться со всеми, с кем вы там хотите познакомиться. Не бойся к ним подходить, что-то спрашивать, потому что это реально крутая возможность. И самое главное, следите за результатами других ребят, но не сравнивайте себя с ними. Сравнивайте только свою точку А со своей точкой Б и ни в коем случае не сравнивайте свой результат с результатом другого человека. Меня зовут Александр, мне 16 лет, я из города Таркасале, 40 тысяч населения. Прошел первый поток курса по интернет-маркетингу от Данила Матухно и Марго Савчук. Я научился делать сайты, настраивать таргетированную и контекстную рекламу, прорабатывать смыслы и продавать свои услуги. Это мне помогло устроиться маркетологом в строительную компанию и сейчас заработать первые 35 тысяч рублей. Если вы тоже хотите зарабатывать удаленно с помощью интернета, я вам искренне рекомендую пройти программу от Данила Матухно и Марго Савчук. Зарабатывая 300-350 тысяч рублей в месяц, я не знал и половины того, чему научились наши ученики на программе «Заработок на маркетинге». Поэтому 100 тысяч рублей в месяц для вас – это лишь вопрос усилий и времени. Ну и, конечно же, еще вашего образа мышления, над чем мы тоже, кстати, работаем в рамках основной программы. Потому что не всегда так важны ваши инструментальные навыки, как ваша ответственность и то, как вы мыслите в целом. Откроем вам секрет. Со временем за одни и те же действия вы будете зарабатывать все больше и больше. И с каждым новым проектом ваша уверенность в себе будет расти. Страх и убеждений будет становиться все меньше, и вы уже не будете бояться брать на себя больше обязательств и гарантировать результат, хотя сама работа внутри проекта, по сути, не будет меняться. Если вы только начинаете свой путь, выберите одно узкое направление и начните развиваться в нем. Это могут быть сайты, реклама, дизайн, Инстаграм. И через это попадите в сильное окружение, начните общаться в тусовке людей, кто на одной волне. Как правило, мы их находим, когда идем учиться, потому что на курсах собирается отобранная аудитория осознанных людей. Давайте подытожим то, что мы прошли сегодня. Сильное позиционирование и готовность брать ответственность, плюс понимание способов поиска клиентов, совместно, по сути, дают любой доход. От вашего запроса и цели формируется то, какую цену ставить на свою услугу и сколько клиентов ввести в месяц. То, с какими людьми и в каких сферах работать. В вашем свидетельстве о рождении у вас не было написано, что всю жизнь надо будет работать с неадекватными клиентами или продвигать магазин булочек за МКАДом у вокзала. Давайте разберем, кто может стать вашим клиентом. Это могут быть предприниматели, которые ведут свой микробизнес и которым нужен один постоянный маркетолог, который будет вести все. Это могут быть офлайн-магазины или студии, которым нужна помощь с дизайном или рекламой. Онлайн-школы, которым нужна упаковка и постоянный маркетолог, причем в любых сферах.
интернет-магазины, которым нужен трафик на какой-то один продукт или в комплексе на целый магазин, блогеры, которым нужна помощь с монетизацией аккаунта и оформлением продуктов, и большие компании, которым в команду нужны помощники и удаленные маркетологи, специалисты по рекламе и Инстаграму. И крайний пункт – это как раз-таки узкие специалисты. Например, топовый дизайнер, топовый юрист, психолог или репетитор, которым нужен просто сайт и трафик на свои услуги. Они, как никто другой, могут стать вашим вечным клиентом. Теперь сами подумайте, из мира, где сотни тысяч клиентов, разве вы не найдете 2-3 своих? Ответ вы знаете сами. Не упустите эту возможность, она не будет вечной. Сейчас это лучшая сфера, и сегодня самое лучшее время, чтобы в этом разобраться, потому что за следующие годы спрос на маркетологов, на продвигаторов будет только расти. И никто не знает, как долго это окно возможностей будет открыто. Спустя несколько лет, каково вам будет наблюдать за теми, кто не побоялся начать делать не самые сложные, но новые действия? И вспомните, сколько всего вы уже узнали вместе с нами. Тысячи людей, как и вы, уже увидели способы заработка на маркетинге и выбрали свой, и расписали план по достижению первых 100-200 тысяч рублей в месяц. Разобрались, на каких темах строится маркетинг и что нужно знать в этой сфере. Самое главное, поняли конкретные шаги для упаковки проекта и сегодня узнали топ способов привлечения клиентов и правила работы с ними. Нам на сбор этих знаний нужно было 2 года, 24 месяца. Вы получили бесплатно за 5 дней. Этот подготовительный курс мы сделали для того, чтобы вы приняли решение разобраться в маркетинге. Кто-то мечтает о своем бизнесе, кто-то продает услуги, кто-то только начинает свой путь. Но без клиентов все остальное не имеет смысла. И мы надеемся, что сегодня вы поняли, что разберетесь в этом и увидели глубину того, что можете получить у нас. Вы представьте, сколько всего крутого вас ждет на основной программе «Заработок на маркетинге», где будут сотни единомышленников, наставники, десятки часов местного обучения. Теперь остался последний шаг перед тем, как 1 июля мы откроем запись. Вам нужно понять, каких критических ошибок не допустить, чтобы не попасть в эмоциональную яму, чтобы не было непредвиденных проблем с проектом, и вы спокойно и твердо развивались в этой сфере. В следующем уроке мы разберем все способы, как обучиться интернет-маркетингу. Мы расскажем, где учили сами, чтобы выйти на такой уровень проектов и какой план обучения построить вам. Мы разберем истории ребят, у кого получилось с нуля на маркетинге заработать 50-100 тысяч рублей, какие действия они предпринимали. 1 июля мы объявим 6 победителей, которые бесплатно получат участие в нашей основной программе и откроем запись на нее. Оплатить участие и забронировать место можно будет всего 4 дня, поэтому ставьте напоминание и дождитесь финального видео. А также первые 100 самых быстрых и решительных людей, которые впишутся, получат от нас много бонусов и подарков, поэтому ставьте напоминание. Теперь конкурс. Еще на 2 места в нашей основной программе. В комментариях под этим видео напишите свои основные инсайты и выводы по итогу 3 уроков. Напишите подробно ваши мысли, планы, идеи, ключевые открытия, которые пришли при изучении всех материалов. 2 автора самых крутых инсайтов получат бесплатный доступ к программе «Заработок на маркетинге», где реализуют все свои планы и разберутся во всех современных инструментах маркетинга. Отнеситесь к этому серьезно, вспомните все темы, упакуйте конспект. Мы ждем ваши комментарии и увидимся уже 1 июля.